Привет, узнали? Это, конечно же, я, Алена. Я покажу вам, в какой стадии находится наш объект на Нойкёльне. Квартирка. Помните? Так вот, мы заходим. Тут-таки опять ничего не случилось. Привет. Привет. Ага, здесь уже отшлифованный пол. По крайней мере, на какую-то часть не до конца, но таки да. И в этой комнате тоже. Но почему-то они пропылесошены. Ну, по крайней мере, он здесь положен тоже пол. То есть здесь комната практически закончена. Надо понять еще, что к чему. Так, стеночки уже беленькие. Так, ванная. В принципе, готова уже. К плиточке. Тут уже все подготовлено, все стоки. Стоки, все остальное. Ну, в принципе, все ясно. Осталось один раз начать и кончить. Добрый день. Добрый. Вот так. Вот, ребят, показала вам такой совсем небольшой обзорчик. Но зато вы теперь в теме. И в курсе того, как продвигаются работы на Пинчаре 17 и каковы наши прогрессы, процессы. Оставайтесь с нами. Я очень надеюсь, что скоро все это закончится, и тогда я смогу вам показать конечный результат. Пока-пока!